Дороги в чебоксарских дворах в этом году ремонтируют по муниципальной программе развития транспортной системы. Всего до середины лета залатают дыры, поменяют бордюры, а где необходимо, и закатают новый асфальт на 30 участках. Как продвигаются работы в московском районе столицы, расскажем в нашем сюжете. Наиболее разрушенные участки были определены еще в конце прошлого года. Весной они прошли повторное обследование и еще раз были вынесены на общественное обсуждение. Адрес Университетская 5 тоже значится в списке. Ремонтные работы в этом дворе заняли около месяца и сейчас находятся на завершающем этапе. У нас это уже четвертый участок, где мы предварительно принимаем данные виды работ, такие как асфальтирование тротуаров, и дорожное полотно. Гарантия на производительные работы 4 года. Соответственно, каждый год по весне мы будем обследовать те дворы, где выполнены благоустройства. Также подходит к концу дорожные работы на проезде между 13 и 17 домом по улице Ильгера. До начала ремонта этот участок дороги был разбит, на что неоднократно жаловались жители. Также, наверное, как и во всех дворах, которые давным-давно не ремонтировались, были ухабины, ямы. Вроде бы небольшой такой участок, но нагрузка автомобильная на нее большая, так сюда заезжает два дома. И очень хорошо, что и этот участок попал в эту программу. Теперь достаточно комфортно заезжать всем жителям. В московском районе 5 из 9 дворов, находящихся в плане программы, уже отремонтированы. Качество выполненных работ проверяют представители администрации Московского района строительного контроля и общественники. Жители северо-западного района активно вносят свои предложения по развитию дорожной сети. Их будут учитывать в ходе дальнейшей работы. Как главный врач, я испытываю большое удовлетворение, глядя на то, как обновляются дворовые территории, строятся дороги и так далее. Поскольку, если вспомнить определение ВОЗ, что такое здоровье. Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Социального благополучия, то есть социальное здоровье, оно напрямую зависит от того, в каком мире же мы живем, что нас окружает. Работы, проводимые в московском районе, планируется завершить 24 июня, а до 10 июля навести порядок в остальных чебоксарских дворах. Дарья Паскарюк, Семен Антонов, Вести, Чувашия.